Забота о ментальном здоровье детей – это вклад в будущее семьи и страны. В этом уверены педагоги-психологи, собравшиеся на форуме «Компас воспитания». Все они работают советниками при образовательных организациях. Консультации, тематические уроки и просто душевные беседы с подрастающим поколением. Проект «Навигаторы детства» направлен на патриотическое воспитание молодежи. Проект «Навигаторы детства» реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». И можно сегодня говорить, что в 89 регионах и на Байконуре введены ставки советников, директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В общеобразовательных организациях Ульяновской области введены 139 ставок советников, директора по воспитанию. А со следующего года к проекту «Навигаторы детства» присоединятся еще 35 специалистов. Значимость советника по воспитанию очень важно в настоящее время поддержать. И все наши советники, они прошли школу соответствующую, они получили обучение для того, чтобы реализовывать те проекты, которые сейчас есть на федеральном уровне. По указу президента Российской Федерации всем советникам по воспитанию будет ежемесячно выплачиваться по 5000 рублей дополнительно к ставке. Эта мера поддержки заработает с 1 сентября этого года. Виктория Чиркова, Сергей Кудаков. Управда ТВ.